мы Артплей и Эрин Смит, и мы Фрэнсплей. Да. И мы пошли в школу. Опять идем в школу. Закончили 12 класс и идем обратно в школу. Ты видел, куда я забралась? Ты издеваешься? Да. Ладно, я пошел в кафетерий просто. Просто закупаться. Здорово, Эдна Ланч Леди. Эдна, я хочу мой ланч. Покупай. Вот тут надо нажать на это. Я говорю ей, что... что мне взять? О! Пикола! Ага. Только дорогие цены у этой леди. Нам-нам-нам. Короче, мне уже лень есть, я пошел. Меня подожди. Работать. Начать работать просто нажми. Я начал говорить с ним. Че, нельзя поговорить с ним, да? Еду спор интервью. Короче, я должен клеить. Плюс 5. Короче, я буду зарабатывать, потому что тут... Я этот опять отберу. Я блоксикол. Я пончик. Мне аж целых 5 баксов дали. Ну да, 5 баксов за один, за одну уборку чего-то. Что у нас следующее по плану? После ланча у нас все. Больше ничего нам не надо будет. Надеюсь. Да, я посмотрела в щеденнике свою. Каждый день. Все. Бегу. Я бегу. Спидан по Майнкрафту. Ладно, пошли по домам. На моей машине. У тебя есть машина? Да так. Подруга дала поводить. Ну и где машина? Машина. Так, меня не было на в театре, в ПЭ, в компьютер-зале и на арт. А, нормально, я нормально. О, вот машина. Ей. Ладно, поехали. Будет мой дом. Ого! Я лезу к тебе. Лезь. Но сейчас это... пойдем, я тебе покажу, где ты спать будешь. Стой, я... Окей? Да. В ванной? Ладно. Давай, ну рядышком со мной. Хотя, однако, кровать на одного. Поэтому я знаю, где ты ляжешь спать. Пошли. Вниз. На улице. Я не такая жестокая, чтобы это делать. Я аж на дорогу. На диван ложись. Где? В доме. Где диван? А, вот диван. А, диван. Вот диван. Хорошо. Все, сладких снов. Тебе тоже. Я пошла спать. Иди буди меня. Что? Нет. Ой. Я в диване застрею. О. Что? Я... Я танцую и пою, сам себя не узнаю. Просыпайся. Иди зубы чисть. Ой.
А где ванна? Рядышком дверь на первом этаже. Я лучше отвернусь. Ладно. Все, я почистил зубы, я пошел в школу. В 10 часов ночи! Я тебе сейчас сдам 10 часов ночи. Быстро встал, поехали на машине. Что, серьезно, 10 часов ночи? Ну и что, пошли в школу. Прекрасно. Начали. А, все, перестали. Короче, я дальше сам дойду. Нет, я говорю на машине. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Посмотрю, куда надо ехать. Так, короче. Тебя опять дымится, машина начала. У меня ничего не видно. У меня все видно. Так во сколько у меня там... Мы призвали Форджер! Где там учеба когда? Учеба? Еще час ночи. А, подождите. Пойдем со мной попутешествуем пока. Выходи из школы, я тут тебя жду. Нет, я пошел в школе ночевать. Выходи давай. Нет, ты меня не видишь. Вижу. Нет. Какой вообще первый урок должен быть? Не знаю. А у тебя запись идет? Как бы да. Ну, я говорила за запись уроков. Ну, тебя же должны записываться вообще. Как бы нет. У меня Wednesday. 0 уроков. Ура! А, ну да, пока что 0. Ну, короче, выходи, я тебя тут жду. Сейчас прокатимся на... Я пролез через вентиляцию! Куда ты там уже пролез? Класс! Вставай! По-английски! Я чтоб не опоздать. Так точно не опоздаешь. Выходи, пожалуйста, на улицу, я тебе кое-что дам, потом поедешь. Ну чё делать? Так. Садись в машину. Низ. Я тебе дам конфетку, иди сюда. Так воры только говорят. Кто? Воры. Сам ты вор. Я вообще-то ученица примерного класса. Ну ладно. Хорошо. Чё, где конфетка? Куда? Кто-то? Кто много задает вопрос? Ты домой меня везёшь? Сейчас узнаешь, куда я тебя везу. Ладно, вот, смотри, твоя конфетка, вот. Видишь? Я в руке ее держу. Ты ничего не держишь. Нет, я не хочу конфетку. Ладно, ты напросился. Валим, валим на гирике, валим, валим. На учебу. На учебу, валим, 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 на учебу. Кстати, посмотри. Я тебя вижу. Вот ты где-то. Так, скоро уже должны быть уроки. И какой у нас первый урок? Я не знаю, нам не говорится. Ладно. Держи конфетку, конфетку. Ты не бойся. Да уже конфетку. Уроки должны скоро начинаться. В 6 утра какие уроки?
Ца. Конфеточка, иди сюда. Конфетка, конфетка. Спидран по Майнкрафту поедет. А можешь ко мне подойти? Стой. Протест! Я за протест. Протест, 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 протест. Против хулигана. А это что? А, теперь нервничать. Ха! Я теперь тоже могу драться. А, он уже почти вот. Видишь, я кидаю мечи. И что? Я тебе сейчас... Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. Так, скоро уроки. Ха, все утро. Уроки у него. О, бегание. Мы вдвоем, мы втроем все пришли. Это бегание, да? Я первый! Yes! Арина Смит первый! Yeah! Ах ты! Ладно, ладно. У меня рюкзак. Так, без хулиганов. И смотря кто тут хулиган. Ой, я сейчас первый буду. Ха. Ха. Я. Я. Чему, а Боба, не понял. Ты у меня на... был... Ладно, ну ладно. Ну ладно. Блядь. Ладно. Я не играю. А я один. А ты один не начнешь. Начну. Здрасте. О, о, я с пацаном. Я опять первый. Ура! Ура! Я Эль Примо. Знаем. Жаль, что я не могу свою роль поменять. Я хочу роль другую. Принцип Холла, it's a beautiful day. Ой, Халабелла. Ой, что это было? О, сейчас community service будет. А что это такое? Я знаю, где это. А что это вообще такое? А ты не найдешь, а? О, 9.40. Билеты Б в 16.40. Ладно. Так, сейчас да, будет урок. Я даже сейчас начну. Ты уже делать? Сейчас будет урок. Сейчас будет. Сейчас будет. Сейчас будет урок. Такой. А что надо делать? Я же тебе говорила, не разберешься никогда. Собирать мусор. Я прав? Нет. Фигней потом... страдать. Иди готовь. Вот сюда надо. Фейк Фэктори, там надо. Нет, готовить. Это работа такая. Ну там тоже работа, прикинь. А, мы работаем, типа. Ну да. Ой, я никогда не понимаю, как готовить. Так, а во сколько у нас следующий урок? В 11.20. Я, наверное, пойду уже на следующий урок. Какой у нас следующий урок? Короче. Идёмся, где ты сейчас находишься? В холле, в холле, в холле. Там не кафетерий. Давайте в кафетерии закончим. Сейчас иду. И мы закончим с вами это видео. И, кстати, подписчики, у нас... есть конкурс.
Если вы хотите в нем участвовать, то подпишитесь, поставьте лайк и напишите в комментариях, участвую в конкурсе. Тот, кто... Мы выберем рандомно одного человека из комментариев. И если он будет на нас подписан, будет поставлен лайк, и он напишет комментарий. Ну, допустим, мы выбираем какого-то человека, и этот человек выигрывает что-нибудь. Ну, там, какого-то поэта в Адопме или что-то такое. Поэтому обязательно подписывайтесь, выиграете что-нибудь себе. Да. А мы увидимся в следующем видео. Не забудьте, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и жать колокольчик. До скорой встречи!